have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки, и мы с вами в Хейло. Это не последняя серия. Я не знаю, может и последняя, вам сейчас виднее, но я вообще думал, что прошлое будет последнее. Почему-то по логике игры меня загрузили на катсцене, прикиньте. То есть мне всю эту арену пришлось перепроходить сейчас сначала. Вообще не фан. Ну найдешь ты меня, и что ты сделаешь? Эти хрюки стали очень бронированы. Я понимаю, иначе в них бы не было смысла. Но все же, эти хрюки стали очень бронированными. Что-то я много гранат выкидываю. Надо поосторожнее. У меня их не так много, их не так много. А куда мне? А, тьфу ты. Я смотрю, дверь закрыта, сюда даже. Точно, точно, батарейку. Это же у нас было в прошлый раз. Тут сейчас будет этот бугай. А, бугая мы уже убили, он просто вышел к нам. Я понял. Где-то здесь закончили. Или здесь, или чуть-чуть дальше. No more sadness, no more anger. Да, это все было. Мы сейчас... А, нам сейчас типа пофиг, куда идти, вправо или влево, да? Найди меня. Ну что ж, поехали. Да. What's the plan? Take me back to the Infinity for deletion? Halsey's gonna love that. Do you wanna see it go? О, артрит? Atreus. А, это она с артритом разговаривала, а не со мной. To discuss the terms of your surrender. Ясно, это Кортана с артритом договаривалась, потому что она его планету жахнула. Ну, в смысле, не она. Он с ней пытался договориться. Нет! Все, что у меня было пока что. Где ты? А ты? А? Мне не нравится мое положение. Сейчас среди них они меня убьют. Нельзя давать себя окружать. Они и так, в принципе, даже по одному слишком опасны. А... Хорошо загрузили, идеально просто. Этими же банками меня и детонировали. А, я понял, я сейчас поступлю по-другому. Погодите, у меня есть идея. Не стоять возле этих банок. А куда ты отходишь, тварь? Почему он меня избегает? Блин, они в бешенстве так-то. Да отвали ты от меня! Блин, он тупо за мной бежит. Тых, тых, тых. Две таких твари в замкнутом пространстве. Причем они какие-то еще красные, модифицированные, не модифицированные. Неизвестно. Че ты отходишь, скотина?
Блин. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вам показалось. Где он? Блин, фигово. Фигово! Мне нужно больше взрывчатки. Просто валим. Да, блин, и что я им сделаю? Да вы шутите нафиг. О, гренки. Нет! Фух, я в домике. Надо другое оружие взять, я понял. Мне предлагают поменять оружие на что-то взрывное. Вот этот снайпу, например, поменять на что? Там есть какие-то гранатометы? О, есть испепелитель? Это хорошо. Ему, в принципе, не особо... Не, ну эти твари, это сначала все. Почти что. Ну, в принципе, насрать на все, что я тут кидаю в него. Фишка в том, что я не могу в прицеле одного держать. Мне приходится... Да не застревай ты! Нет! Грена. Я могу пить одного уже? Нет, хит. Сейчас я убью одного, ага. Это слишком... Блин. Пошел за греной, называется. Да ну... Они просто прессуют. Какой самоуверенный смех, какое ворчание, вы чё? Так, у меня вторая пушка, я понял. Никуда, Грена. Ух.
Валим. Они просто берут щитом, отражают и все. О, как психует. Где? Блин, оно тут. Так вот, ребят, вот этот бой раз в 10 посложнее, чем с этим шавухой. Так, а что я тебе сделаю? Они, блин, ёлки-палки, я пытаюсь разорвать дистанцию. Скачу, прыгаю, бегаю. Извините. На, сожри, тварь. Так, у меня грем нету. На, скотина. Не попал. Ты бы еще дольше, блин, прицеливался. Валим! Да ну елки, а что я вам сделаю-то? Фу, ладно. Нет, ну это какое-то безумие, серьезно. Вот это уже бред. Я сколько раз говорил, что, в принципе, к боям у меня в этой игре нет никаких претензий. Так вот, это моя претензия. Вот эти твари, они просто рушат весь геймплей. Они неинтересные, они невеселые, они никакие. Они просто тупо все рушат. Фиг ли ты за мной бежишь? На! 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 Ну дай... Да, дотянись ты! Что ж, вроде получилось одного убить. Я тут с помощью этих датчиков пытаюсь мониторить их состояние. И потратил довольно много. Блин. Если меня сейчас загрузят с той же точки, где еще их два, это будет просто козец. Конечно, тут еще их два. Короче, смотрите, в чем прикол. Вот этот наполовину отъехал уже. Проще его убивать. Проще это не значит, что я его убью очень быстро. Ладно, я их убил. Очень читерским способом. Тут есть место, куда можно заныкаться. Я кое-как вот того одного добил. Второй просто за мной бегал бесконечно. У него врубается какой-то режим берсерка. Какие-то гренки пооставались. Я тут в панике бегал от них. Вот это вот сейчас очень фигово было. Просто вот настолько фигово это испортило... Очень много ощущений от геймплея. Вот эта пушка, оказывается, им практически вообще пофиг, ничего не делает. То есть она дезинтегрирует большинство
всех тех, кто здесь нам встречается, а этим ребятам она ничего не делает. Мне пришлось там запереться, потратить все гранаты, и потом более-менее его тут как-то заглючило вот так вот за стенкой, и я в него стрелял из револьвера, высадил почти что все, что было. Ой, блин, это просто звездец, то, что тут происходило сейчас. Вот в этой части я разочарован просто полностью, к сожалению. I got this. Конечно, got this, блин. Are you okay? Нет, блин, я в бешенстве. No. Not really. I bet. She was expecting you, but Atriox got to her first. You meant so much to each other. It can't be easy. Вот эти хантеры, они еще с первых игр, они просто бесят. И здесь они тоже бесят. В принципе, вот зачем так поступать? Вся игра в порядке, все ощущения от перестрелок хорошие. Не туда, а тут тогда что? Зачем я здесь? Если мне туда. А, это арсенал. Это вот эти. Испепелитель. Мало потрошков. Луч. Да, луч стража. Хорошая штука. Возьму. Я же даже не знаю, может, вместо револьвера. Электровинтовка. Револьвер пока что меня спасал. Там, я не знаю, просто в 90% случаев я не могу отказаться от этого оружия. Ну вот, испепелитель тоже очень хорошая вещь. Да заткнись, блин. Я в него маячком выстрелил. Строго. Чем еще упустили? Я вовремя перезарядился, я понял. А, отвали от меня. Я гренами буду пользоваться, мне пофиг. Не, чувак, забудь. Так, гранаты мне еще, пожалуйста. С этими ребятами так и решается. Тут ничего не поменялось. Ну, то есть это лучше, чем пробивать ему щит. Чем это ты в меня таким выстрелил, я не понял. Опустил щит, получи. Они такие прикрываются. Это что, у тебя испепелитель, что ли? Серьезно?
Убил! Метатель 90 уровня, блин. Эмбуш. Ёлки. Давай ты не будешь так поступать. Ага, вижу. Я же могу перезарядиться с этого? Могу. Слушайте, я с них практически получаю полный заряд. Не сейчас! Я валю! А куда вы все делись? А, вон. Эти пердолеты понаприлетали. Не то. Не так я собирался с вами бороться. Ой, блин, тут этот придурок. Сейчас, погодите. Да, ты и свалил. Че, еще там стрелял? Иди сюда. А куда элит делся? Погодите, я что, элита завалил даже... Не понял? Так, патрончики на эту фигню подобрали, хорошо. Мне сейчас выгодно с этим ходить. Пока вылазят эти дроны, они меня будут подзаряжать. Мне это типа выгодно. Наверное. Да. This ring is all I need.
Ну что ж. Data. It's more precise, more complete. It's like we're getting closer to where she died. Mm-hmm. Yes, but I was going to say deliberate, like she wanted us to know something. I'm for blood. Human attacks are too much. Успокойся, чувак. Это чуваки с дробашами, они, ну, я не знаю, дробаши, не дробаши. Дезинтегрировать. Где-то... Что? Что, блин? Мое кольцо. Твое, твое, да. Властелин колец, блин, нашелся мне тут. Все, успокоились? Я его дезинтегрировал через руку, если что. А, это на тяжелое вооружение. Что? А, ну да, снайперы. Где второй? Неплохо. Как ты угадал? Да ну ёлки! Гренок подобрать. Я много потратился. Удачно. Тоже удачно. Ой-ой-ой, тут и было сейчас прям красиво. Все такой выскочил. Где толстолобики? Фигня заканчивается. Куда мне вообще надо-то? Просто на ту сторону? Ай. Просто ко мне прибежали и убили меня именно толстолобики, а вот это вот... Да, тут тоже гренки подобраны. Во, видите?
Это была засада. Которую на меня организовали. Довольно грамотно. Потому что я в нее попался. По крайней мере, тут идут сохранения контрольных точек. Блин, я на своей же бочке. Ну, то есть, я ее детонировал, и сам же на ней подорвался. На самом деле, было-то неплохо. Да, блин, он меня убьет сейчас. Блин, я сам себя запер и уже пожалел об этом. Стенка. Молодец. Минус. Если ты вдруг решишь невидимки поиграть. Все нормально. Ну да, для тесных помещений стенка неплохая штука. Но... Так, не сюда. Но он, она стоит не так долго, как мне хотелось бы. Все. Это меня опять же... А, это я кругаля дал. Сейчас, хорошо. Патроны, гранаты. Я не против. Странный такой тупичок. Мне кажется, это все немножко затянуто. Финал немножко затянут. Угу, хорошо, это подзарядили. But I was wrong. Wrong! 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 Please hurry. The seal is almost broken. Nothing must not be released. You must stop her. Смотрите, сколько тут оружия. Снайперки. I'm starting to get a bad feeling about all this. А, только сейчас? Да-да-да. Неужели щекастая будет последним боссом?
reflect on your choices, Cortana. Understand the consequences. How could I have been so stupid? Halsey made a copy. It was the only way. There's not much time. If Atriox takes control, he has the ring. A weapon pointed into the universe. Nothing left to lose. My fault. My stupid fault. Not much time. Will this work? There's a moment. John will make it work. He needs help. Of course. Was this your plan all along, Halsey? Or is it mine? It doesn't matter now. Nothing else matters. This has got to work. He can't do it on his own. He needs me. He needs her. Пойдем. It is time for you to make your choice. I have. Thank you, Atriox. You helped me. You really did. Would you humor me? If you knew how you were going to die, how would you live your life differently? I would change nothing. Perfect. Thank you. What are you doing? Making things right. It was her. She destroyed the ring, stopped my deletion. Why? Ну что, она пытается все исправить. Cortana sacrificed herself. Зал финальной битвы, да? Гранаты, автоматы, большие бочки. Конечно, надо в середину подойти, да. Разные виды оружия. Дробовики, револьверы. Подзарядка световых боеприпасов. Подзарядка плазмы. Сейчас будет задница. Готовьтесь. The Silent Auditorium. Forerunner, obviously. It appears to be... Oh, no. What is it? It's a courtroom, a prison, a place of execution. All these things together. Why? To cover their sins, we stood silent, unable to speak as they passed judgment. We could not defend ourselves. We could not reason with them. Something's sending a signal. Before you ask, I'm already tracking it. Hear this. Forerunners, your auditorium has fallen. The endless bound
your sins undone. Today we return. Не надо. She's trying to open a connection between here and somewhere else on the ring. Where? You deal with her, and I'll find out. Идите, вот понабежало уродов, смотри. Я, ой, блин, вот это меня на самом деле раздражает. Когда разработчики вот вместо босса нате вам 100-500 мелких юнитов. И все, просто они тупо со всех сторон лезут, и тык-тык-тык-тык-тык. Блин, юнитов просто горище. She's trying to open a connection between here and somewhere else on the ring. Where? You deal with her, and I'll find out. I am waiting. Они тупо подспавниваются. Я что ж так могу, если что, дружище? There, I've intercepted the carrier wave from this transmitter. I will do this myself. Injustice will stand no longer. I am right here. I haven't forgotten you. Ты нормальная, блин. Так, только давайте. Давайте с ее уже чекпоинт. Я не хочу с придурками биться. She's trying to open a connection Спасибо. Between here and somewhere else on the ring. Where? You deal with her and I'll find out. Где эти придурки? Да выбери ты другую пушку, блин, бесит. There, I've intercepted the carrier wave from this transmitter. You will not stand in the way. I am right here. Да, это очень сильно помогает. Где это говно? Да ну идите нафиг, что за телепортации, ну это бесит. Зачем? Так а что я должен по-вашему делать? Да перекинь ты оружку. Перезарядись. Где она? You cannot stop what is coming. The endless will return.
Perhaps I underestimated you. She switched transmitters, rerouting the power through that one. This isn't good. The connection is sentient. It's searching for something. Так а что мы делаем-то? Кто? Где? Так, опять перебей 100-500 мобов, да? Надо бы подзарядиться, если у меня еще выйдет. Сейчас посмотрим. Нормально, еще есть. Как же вовремя, чертова перезарядка. Okay, next one's down. It appears that it falls to me. The endless will rise. Да, каш! Как? Вот как? Вот что? Давайте со второй фазы хотя бы. Вроде да. She switched transmitters, rerouting the power through that one. This isn't good. The connection is sentient. It's searching for something. Сколько ее? Три раза надо будет мочить? Наверное, да. Да чтоб тебя. Что ты делаешь? Успокойся. Главное, она ж успела в меня выстрелить. Блин, это... Круч, блин, пердящий. Ба! Блин! Зарядочка. Иди нафиг со своими гранатами! Блин, я не могу на нее прицелиться, она кидает какую-то... Да ну блин, я нажал кьюшку, да вы чё? Вот эта штука тоже очень бесячая. Ну потому что она реально пум-пум-пум-пум-пум моментальнейше телепортируется, и все нормально, все хорошо в жизни. Сейчас опять всех этих уродов бить. Я ж тоже так могу. Убьют сейчас. Или нет? Пойду-ка я заряжусь.
То, что я понял, нужно быть заряженным к тому моменту, когда ты ее собираешься уже бить. Попался, скотины, кусок. Okay, next one's down. The endless will be avenged and restored. Дай увернись ты от этого говна! Так, блин, ёлки, она, это что за упреждение такое? Эти штуки тупо ваншотят, но не ваншотят, они прилетают, снимают больше половины жизней. Кто меня сзади-то тут? Где ты? До свидания. Все, надо пойти зарядиться. Очень бесячий босс. Я ничего прям сказать не могу. Прям очень бесячий. Да, три раза надо будет. Ладно, контрольная точка, хорошо. Наконец-то. Ну, она никчемная. Если бы не вот эти вот телепортации, всякое такое, это называется... Ну, не смогли выдумать интересного босса и... О, давайте сделаем стандарт. Вот, к сожалению, тут прям по-другому не скажешь. Что-то тебе помогает? Это интересно. Не, ну вы нормальные, блин, а как мне... Ай, перезарядка, все дела. Гранаты. Вот это говнище. Не то. Где оно? В смысле?
Да сколько тебе надо? О, оно сдохло. Где он? Да-да-да, ты можешь еще подождать. Тут что, бесконечные заряднички? О, это прикольно, если так. Тут осталось что-то последнее, какое-то говнецо бегающее. Да, поехали. Есть? I am sorry it took so long. Who's she talking to? Unknown. The signal's old? Like, really old. My time is ended. Yours, too. They will make sure. Давай, щекастая, сдохни уже. We need extraction. Of course you do. On my way. The Endless will return. Кусок говна. I couldn't decrypt it in time. It's okay. You'll figure something out. Of course I will. I'm... They'll pair you with another AI. Maybe even another Cortana model if Halsey lets them. It won't be me. But you know that, right? But that doesn't matter. It's just another echo. That's right, John. Just another echo. Sorry, I'm messing with you. I just had a feeling that's what she would say. Do you see what I see? So much potential. I'm sorry. I didn't have long to plan this. A few milliseconds, really. I hope it worked out. Да, Картана, спасибо. Look at us. We just keep saying goodbye, don't we? But this isn't an end. It's a chance to make amends, to rectify mistakes. And it starts here. I was wrong. I thought that I could do this on my own. But I forgot that the whole point of all of this, the entire reason that I chose you in the first place was that we were supposed to be a team. Мы стали Картана. Perfectly suited, perfectly matched, perfectly... Мы стали Картана. Perfect. In these final moments, I know what my last mission is. I need to make sure you two learn from my mistakes. Become stronger because of them. Спасибо. I chose well, Master Chief. I really did. Now, it's up to you. Are you all right? I don't know what to say. Scratch that. We need to get out of here. Like now. Options. I'm thinking. Не я. Давайте сами. Faster. Maybe there's a way to. Was that you? Would it help if I said yes? Probably. But we don't know where it's going, or even if it's going anywhere. Any other suggestions? No, but this is a really bad idea. Но мы таким способом приземлялись уже много раз, так что... Let's not do that again. I did try to tell you it was a bad idea. Chief! Your beacon just appeared out of nowhere. Oh, I thought I lost you.
Where did you go? Echo 216. Stay put. I'm coming to you. Where are we? Chief, I think the better question is when are we? I don't know how, but we've been gone for days. 3 days, to be precise. Да. This ring is different than the others. The Banished and the Harbinger were looking for something that was never found. Why would the Forerunners hide something and throw away the key? Doesn't that scare you? No. You? Of course not. Is anyone going to ask me what I think? I guess not. Get inside, big guy. Sorry. I'm really happy to see you. Really happy. So, what do we do now? We finish the fight. Yes, sir. The Banished still control the rest of the ring. Wait. I know this is weird, given all that's happened, but... What? What is it? We still don't know your name. We can't keep calling you Echo 216. No, you can't. Esparza. Fernando Esparza. It's nice to meet you, Esparza. Fernando Esparza. Good work, soldier. And what about you? What about me? What do I call you? Any ideas? Well... Do you think it would be okay? You're sure? You get to choose your name. Then I think I might have the perfect one. All right. Here we go. Get ready. Ну что ж, да. Это все-таки оказалась последняя серия. На минуточку, чтобы вы понимали, бой с двумя хантерами был примерно в 2 раза дольше и в 4 раза тяжелее, чем финальный босс. Хотя финальный босс мне тоже не понравился. В общем, из всего вот этого, что сделали, вот финальный босс и комната с двумя хантерами. Вообще, в принципе, хантеров из игры удалить к черту. Из всех игр Halo. А, извините. Так вот, это очень сильно портит. Хантеры очень сильно портят геймплей всех Halo. Точка. Последний босс мне, к сожалению, тоже не понравился. То есть бойня с Шавухой была интересная. Но... Оп. Погодите, еще не все. Кстати, похоже на лапу этих ушлепков. Ну, понятно, это затравочка нам на будущее. Технологии предтечи. Да, так вот, что я хотел сказать. Чуть-чуть итогов по игре. Минуточку, хотите сказать, что Артрид живой? Его же вроде убили. Ладно, черт с ним, с Артритом, с Шавухой, со всеми этими придурками. Игра мне понравилась.
очень понравилось. Даже вот эти вот фишки с хантерами. Меня бесят хантеры, но их в игре было не настолько много. И, в принципе, столкновение с ними, ну, портят геймплей, но не настолько. Вот это вот столкновение с двумя хантерами в одной маленькой комнатке, это было отвратительно. Но это такая, знаете, маленькая, отвратительная такая штучка, которая не в силах испортить всю игру, потому что геймплей здесь просто шикарнейший. История мне понравилась, даже несмотря на то, что я относительно новичок в Halo, я немножко посмотрел предысторию, немножко поиграл в первые парочку игр. Оп. Я не знаю, кстати, слышно? Меня сейчас не слышно, потому что тут грузится. Так вот. Сейчас я не знаю, куда нас загрузит. Give me a list of what's left to do. О, то, что you осталось сделать. Хорошо. А куда меня... The man himself. А я все сделал. Да? Да, то есть игра у меня пройдена полностью. Меня просто вернули на мою первую базу, на которую я тогда выбрался наружу. Хорошо, давайте, глядя на вот эти шикарные виды, потихонечку подведем итог. Так вот, игра шикарнейшая, она просто офигительна во всех своих воплощениях. И открытый мир, хоть он небольшой, но он не навязчивый, он очень приятный, и тут хорошо, приятно находиться. С врагами сражаться приятно, постоянно появляются новые механики, новые какие-то, ну вот, и танки, и самолеты, и всякие... сражения, ну, типа, разные тактики боя, они меняются, они совершенствуются, прокачки. С этой стороны понравилось очень сильно. Ощущение геймплея понравилось очень сильно. В принципе, вся игра целиком ощущается просто офигительно. Я уже давненько не играл в такой качественный, хороший, приятный шутен. Наверное, знаете что? Со времен Дума, как вышел последний Дум, вот там так приятно было носиться и сражаться. Вот и здесь тоже. Последний босс чуточку подкачал. Не скажу, что он прям отвратительный. Он мне просто не понравился, как было организовано. Вот эти вот телепортации, ваншоты, все дела. Это просто очень ленивый шаг от разработчиков, к сожалению. Если френдли, можете пасть держать закрытой, пожалуйста. Пока я разговариваю с людьми, задолбали. Так вот, вот эти ребята, ну, они не бесят, они бесполезны, но они не бесят, потому что они просто никуда не лезут и ничего не портят, а так, в принципе, все хорошо. Я бы игрушки очень сильно рекомендовал бы поиграть, она получилась офигенная. Опять же, хантеры немножко расстроили, последний босс немножко расстроил, все остальное просто супер. Поэтому ставлю этой игрушке отлично, ставлю большие рекомендации, очень вам советую самим поиграть, побегать, потому что она имеет, наверное, большую ценность, ну, я не скажу больше, примерно 50 на 50, как сюжетную ценность, так и геймплейную ценность. Мне очень приятно играть, и вы должны ощутить это сами. Без этого вы просто не поймете то, о чем я вам сейчас говорю. А на этом проект заканчивается. Мы здесь сделали абсолютно все. До встречи тогда в следующих игрушках, в следующих проектах. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.